12 мая в зале администрации района прошло очередное заседание оперативного штаба Кашхабльского района. Основные вопросы, которые были рассмотрены на заседании, касались введения на территории республики обязательного масочного режима. Особенно это относится к посещению общественных мест, в частности магазинов. Заур Хамирзов поручил ответственным лицам с сегодняшнего дня в усиленном режиме контролировать ситуацию. Далее председатель оперативного штаба дал указание главам по-прежнему патрулировать территории поселения с участием МВД, дружинников, работников администрации. Особо было отмечено, что расслабляться ни в коем случае нельзя. На данный момент ситуация в районе стабильна и нужно удержать ее на этом уровне. Также был рассмотрен вопрос об открытии ярмарок и рынков, но только с соблюдением всех мер безопасности и одобрения Роспотребнадзора. Накануне президент России обратился к гражданам и озвучил очередные меры поддержки. Глава, в свою очередь, обязал ответственных лиц оповестить максимально большое количество жителей района. Натуся Кшмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабльского района.